похоже на охранные чары, но кто их наводит? Анкана? Как? Мне все равно, что это такое. Убрать сейчас же. Я хочу знать, что он там делает. Должны узнать, что задумал Анкано. Не знаю, что он там делает, но это ему с рук не сойдет. Анкано, он вошел туда и теперь что-то делает. Мы не знаем, что. Мы пытаемся туда войти. Я ему за это голову оторву, честное слово. Помоги снять чары. Мы уже все испробовали. Анкано, прекрати немедленно! Я приказываю! Не подходи к нему. Ты в порядке? Идти можешь? Вставай на ноги. У нас тут беда. Анкано что-то делает с этим оком. Мы его не можем остановить. Я не видела Саваса после взрыва. Должно быть, его отбросило. Возможно, он ранен. Найди Архимага как можно быстрее. Беги! Со мной все будет хорошо. Мне нужно только перевести дыхание. Найди Саваса. Ты в порядке? Что там случилось? Во имя девяти. Значит, он за это в ответе. За смерть Архимага. Но это еще не все. Что-то случилось в Винтерхолде. Видимо, тоже работа Анкана. Беги туда и убедись, что там все в порядке. Живо, поторапливайся. Я найду Мирабеллу, и мы попробуем справиться тут. Зайдем в дом. Или в пещеру. Он хоть мертв? Куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Это ложь. Все ложь. Что бы она тебе ни наговорила, все до последнего слова ложь. Фаральда, не делай вид, что она ничего тебе не говорила. Я ее знаю. Я знаю, что она задумала. Что мы с ней не поделили? Это она со мной что-то не поделила. Она просто чувствует свою неполноценность по сравнению со мной. По сравнению с моим магическим талантом, моей элегантностью и осанкой, моей непревзойденной красотой. Но ей до меня не добраться. О, нет. Я ей этого не позволю. Этого-то она и хочет. Пытается поколебать мою уверенность в себе, заставить меня сомневаться. Это не сработает, точно говорю. Ладно. Архимаг мертв! Мертв! Если тебе нужна помощь с практикой призыва, дай мне знать. И если не затруднит, пожалуйста, упражняйся только в стенах коллегии. Не стоит пугать местных видом атронахов, разгуливающих по улицам. Ну а призывать нежить за пределами коллегии так вообще никому не рекомендую. Ах да! Да, группа перед твоей целиком пропала. Возможно, за ними надо было получше следить. Пока расследование продолжается. Но они уже довольно давно не выходят на связь. Арнелл предположил, что они умудрились потеряться где-то во внешних мирах. Однако, я думаю, он их переоценивает. Даже не знаю. Никто из них не занимался ничем особо опасным. Насколько я помню,
Изра пыталась адаптировать заклинание «Огненный плащ» к суровому климату Скайрима. И Ластей занималась заклинаниями иллюзии. У нее были трудности с заклинанием успокоения. Но, сколько я помню, она работала только со злокрысами. Да, еще Борвер и Рунди. Близнецы, но вечно не могли договориться. Парни были одержимы медом. Решили во что бы то ни стало изобрести что-нибудь, что переплюнет мед Хонинга. Придумали какой-то фокус с охлаждением меда ледяными заклинаниями. Мне казалось, что они теряют время, но Архимаг позволил им этим заниматься. Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Ладно. Защищайся. Что происходит? Что там случилось? Что значит, возможно, Винтерхолд в опасности? Ты оглянись вокруг. Какие уж тут сомнения. Пошли, надо что-то делать. Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем... Они пальцем не пошевелят, чтобы нам помочь. Это, наверное, та самая чудесная погода, про которую все только и твердят. Нужно сосредоточиться. Это было. Да уж, это нам репутацию не улучшит.
Что происходит? Да? Все в порядке. Хотела бы я сказать то же самое о нас. Мы с Толфгером попробуем продержаться. Тебе нужно получить посох Магнуса, и чем быстрее, тем лучше. Слава спасителю темного братства. Что? Это точно? Посох там? Это не может быть простым совпадением. Об Архимаге. Он дал мне кое-что некоторое время назад. Он сказал мне, что это из Лабиринтиана, и что я пойму, что с этим делать, когда придет время. Я думаю, он хотел отдать это тебе. Не знаю, в чем дело, но это было для него что-то очень личное. Также, думаю, тебе стоит взять этот амулет. Он принадлежал Савосу, но я думаю, тебе от него будет больше проку. Возьми это и уходи отсюда. Принеси посох, прежде чем Анкана разрушит всю коллегию. А ты еще откуда? Thank you.
справиться. Ты так говоришь, как будто уверен, что мы найдем тут что-то полезное. Твой. Ну, зная местную историю, скорее всего... Меня всегда учили избегать таких разборок. Кажется, теперь я... Зачарованное оружие, старинные книги, секреты самого Шелидора. Кто знает, что мы найдем? А что если... Что если все это до сих пор кто-то охраняет? Против шестерых магов из коллегии? Думаю, мы отлично справимся. Yeah.
Свен! Сиф не в доске! Кто там? Хорошо, что я доверяю своему. Отвечаешь? Я что, должен говорить на вашем несуразном языке? Арен, мой старый друг.
закончить то, что не смог раньше. Вместо себя. Тебя, что твоя собственная сила тебя погубит, что все это лишь для того, чтобы я стал сильнее. Кто там? Я! А ты еще откуда? Я! Пойдем дальше.
Хорошо, что доверяешь. Хорошо, что доверяешь. Будешь знать. Thank you.
чудовище вырвалось на свободу! Обещаю вам, я не дам этому повториться! Я наглухо запечатаю это место! Еще откуда? Тебе все-таки удалось выжить. Анкана был прав. Тебя стоит опасаться. Боюсь, мне придется забрать у тебя этот посох. Анкана хочет на его спрятать. Ах, да. И еще он хочет твоей смерти. Ничего личного. Ничтожество. У тебя нет шансов. Вот так-то.
А ты еще. Хорошо, что я доверяю твоему слуху.